В эфире «Вечерние факты». Мы продолжаем. Узнать о самых перспективных и передовых профессиях в старейшем вузе Кубани. День открытых дверей прошел в Кубанском государственном технологическом университете. Для подготовки высококлассных специалистов там есть оборудованные лаборатории. А не так давно появился инжиниринговый центр, где разрабатывают и внедряют в жизнь новейшие технологии. Приехали узнать еще что-то новое. Может быть, что-то новое есть. Очень рады, здесь преподаватели, которые очень вежливые, хорошо рассказывают. Я хочу поступить на нефтегазовое дело, после этого получить специальность соответствующую и работать в Сибири, добывать нефть и разрабатывать месторождения газа и нефти. Также в университете есть центр подготовки абитуриентов, а студенты по окончании вуза могут быть уверены в том, что найдут работу по профессии. По данным Миноборнауки страны, выпускники этого университета – самые востребованные и высокооплачиваемые специалисты на юге России. Во многом благодаря серьезной практической подготовке. У нас почти 2000 студентов ежегодно уезжают на практику за пределы Краснодарского края. Это очень дешево стоит, но мы идем на эти затраты, потому что это качество подготовки. И когда ребята приходят на практику, когда они уже показывают свои знания, они вливаются в эту команду, вы знаете, практически к окончанию университета эти все вопросы их трудоустройства уже решены. В конце прошлого года вуз получил престижную награду – премию правительства Российской Федерации в области качества.